Значит, у нас 11, 11 года здесь. 10-11, я думаю, 3, ничем. Спасибо.
Гриша ей звонил, и на вайбере. Что с Пашей? Не вон там, не вон там. Я пошла дальше. Сегодня рассматривается ходатайство прокурора, который требует, чтобы Михаила обратно вернули в тюрьму, так как сторона обвинения не согласна с тем, что Михаила Аберберга отпустили под домашний арест. Мотивы, которые выдвигает сторона обвинения в обосновании своих требований, традиционные, что якобы Михаил представляет общественную опасность, может скрыться от следствия и суда, что до сих пор не пропала социально-политическая актуальность совершенного им преступления. Вот в силу этих декларативных причин и мотивов прокурор настаивает на том, чтобы Михаила снова вернули в тюрьму номер 13. Наша позиция неизменная, Михаил ни в чем не виноват. Ходатайство прокурора носит чисто декларативный и даже абсурдный характер. Михаил, я надеюсь, останется под домашним арестом. И на этом этот эпизод будет исчерпан. Дальше, как я уже ранее говорил, мы ожидаем, что материалы дела будут переданы в судебную инстанцию. Также хочу призвать сторону обвинения вынести постановление о прекращении уголовного судопроизводства, уголовного преследования в отношении Аберберга и Григорчука по одной причине, связанной с тем, что в действиях ребят нет состава преступления. Честные прокуроры, когда видят, что в действиях гражданина нет состава преступления, они всегда выносят постановление о прекращении уголовного преследования. Поэтому я прошу прокуроров именно так и поступить. Как вы думаете? Обещали, может быть, четырем привезти. А, к четырем, да? Может быть. Это вообще непонятно, да? Может, там взрыв объявили до без 22. Вы здесь пропали? Это точная информация? Нет, мы ждем своей очереди. Это 100%. Это точная информация, да? И если что, Пашу не привезли? Ничего нет. А чем объясняют? Формальность, дорогая. Это уже было с ним, больше в начале.
Помните, что же здесь были? Они, наверное, думали, что Павел сам придет. Это подавал я. Да. Штуки с Михаилом они подали. Я не подал, потому что я был согласен с этим, и все. Да, свои аргументы, что сейчас будет. Опять. Муха. Тоже Паша? Паша к этой мухе вообще не могу понять. Кто пошли увидеть, там муха. Что сейчас тогда? Что вы решаете? А кто это? Киза выгнал меня. А кто это? Я не знаю. Можете представить? А вы кто? Да. Мужчина, а вы кто? Сотрудник полиции. Москва, Вы сказали все наши доводы. Я пока, ребят, давайте. Чтобы это не было воспринято как провокация. Лина, его слово, что прокурору есть ТЦП, тямлям, любас. Вон? Слово премьер. Кого-то дикобраз. Это время даже мы никто из вас не смешно, но людям больше делать нечего, они переживают сейчас за другие дела, за цены, за курс валюты, безденежье, социальные проблемы. Говорит, что нахождение Михаил на свободе уже начало провоцировать страх и панику в обществе, вызывать панические настроения, чувство боязни и даже падение курса лиры по отношению к евро. Так и знал, что это.
считаешь? Вот добавил просто этот запрет. Страх, паника, да и раньше. Ну, как-то Россия, что то же самое. Новенькое он выдал в прошлый раз, что ты выдал уголовный наказ, сейчас ничего. Jacin Furiș Maldicidi, admit cerere de retragere a recurs cu încetarea procedurii de recurs. În cauza Amerberg, Mihail Furiș Maldicidi, admite recursul procurorului, casează încheierea judecătorii centru din 13 februarie 2015, și respinge demersul cererea avocatului canifondată. Я находился 7 дней на домашнем аресте, не нарушал ничего. Это произвол. Они возвращают обратно меня в тюрьму. Они игнорируют европейскую декларацию о том, что мы являемся политзаключенными. Это является чистой воды произволом. И я прошу обратить на это внимание всех международных структур. Это самый настоящий произвол. Что происходит? Господин судья, зачем? За что? Вот объясните просто. Посмотрите, у меня сейчас жена сейчас сознание здесь потеряет. Зачем вы меня обратно закрыли? Я не нарушил домашнего ареста. Молодец, держись. Произвол! Это страна произвол! Вот посмотрите, она. Посмотрите, что это эти фашисты делают. Это произвол. Наручники дали заранее. Где ваши наручники? У него до 24-го ареста. Его освободили. Что? Всех
просто точно отклонили нашу конституционную жалобу на решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения. А суд оперся на что, на позицию прокуратуры? Я не могу вам сказать, потому что я не видел мотивацию. Не мотивация будет через пару недель. Так, а вы в понедельник подаете что? Нет, в понедельник уже подано. 19 числа подано ходатайство сухого, в продлении еще на 30 суток. То есть в понедельник у вас все получается в первой инстанции? Все. А, растет как ты веришь. Можете спросить? Просто здесь на полном. Я думаю, что лучше сражаться. Это можно сказать, что можно спросить у нас. Вдвоем можно золотой. Может, не просто произошло, а голодой еще. Если не сразу, Спасибо.